Активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» и молодогвардейцы вручили диплом Ивану Лисице, финалисту ежегодной патриотической акции «Диктант Победы». Встреча прошла в рамках реализации партийного проекта «Историческая память». Как отметила исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Лариса Андреева, Иван Лисица – единственный из Одинцовского округа, кто набрал максимальное количество баллов в рамках акции «Диктант Победы», которая проходила в 2022 году. В этом году международная историческая акция «Диктант Победы» состоится 27 апреля на региональных площадках по всей России, за рубежом, а также онлайн на сайте diktantpobedy.rf.